На трассе Бишкек-Ош в ДТП погибла женщина. Среди пострадавших – дети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана. По ее данным, накануне в 13:15 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 197-м километре автодороги Бишкек-Ош. Так, 39-летний житель Ошской области на автомашине марки Honda Stepwagon следовал с севера на юг. По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением. Выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной Hyundai Getz под управлением жителя столицы. В результате ДТП пассажирка автомашины Hyundai Getz в возрасте 45 лет от полученных травм скончалась на месте. Двое несовершеннолетних вынуждены были обратиться в больницу. Рассказали в МВД. Водители также доставлены в больницу Токтогульского района Джалалабадской области с различными травмами. МВД обращается к участникам дорожного движения и просит строго соблюдать ПДД.